Из книги «Открытым оком», третий том. Тема «Лапкин книги». Вопрос 938. Если бы вас избрали патриархом, то с чего бы вы начали? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Даже вообразить страшно. Конечно, провозгласил бы свободу в то, что кто хочет служить на русском языке, пусть служит. Сразу бы открыл миссионерские школы, нашел бы хороших баптистских проповедников, которые никак не трогают православную догматику, и поставил бы их преподавателями. Открыл бы хотя бы 1000 училищ, а это можно сделать в течение одного дня. Сразу же прекратил бы строительство всех храмов и часовен, до единого по всей России, и все средства бросил бы на издание новых заветов. Покупать эфирное время и проповедовать всех, до единого архиереев, священников и монашествующих подростков, обязать дать обещание, никогда не нарушать канонов церкви относительно таинств, официально признать недействительными все до единого крещения, бывшие без погружения, и без катехизации, от 1 до 5 лет никого не крестить. Для тех, кто уже знаком с православием, этот срок может быть до 1 месяца. Всех архиереев, священников, не имеющих полного погружения, крестить. Проповедь поставить на первое место, с проповеди начинать богослужение, прекратить всякие заказные молебны полностью, ввести десятину и все делать бесплатно. Проще сказать, все делать так, как делается в нашей Христово-Сдвиженской общине города Барнаула. После каждого богослужения, которое нужно обязательно сократить до 1,5 часов, как утреннее, так и вечернее, чтобы обязательно было собеседование, разбор возникших духовных и плотских вопросов. Образовывать братство, сестричество. Внешне церковь уменьшится в сотни раз, а качественно улучшится, начнет быстро расти. Перед началом этой реформы нужно найти какое-то тайное место, недосягаемое для церковной мафии, иначе они к вечеру уже убьют. Прекратить всякую связь с государством и не принимать деньги на строительство храмов. Это кабала. По местным соборам в ближайшее время отменить все посты, кроме Великого Поста, Среды и Пятницы. Но за нарушение этих уже взыскивать по всем канонам. Строгость наказания сразу же должна начаться по срокам епитимии. Запретить всех священнослужителей, которым не исполнилось 30 лет, чтобы ждали своих лет. Прекратить всякую торговлю. Свое имя я не стал бы менять, а имя в честь Игнатия Ростовского чудотворца поменял бы в честь Игнатия Богоносца.